Всем привет, с вами я, Гриджи, и сегодня я начинаю прохождение новой сборки. А сборка эта называется Breakout. На ней присутствуют квесты и... То есть мы не можем ломать эту белую шерсть, но нам выпадают нити. Давайте вообще откроем квесты для начала. Да, собственно, нас заточили в какую-то фигню. И в итоге мы вынуждены... Наша цель этой сборки, получается, отсюда выбраться. Так, сразу выполняется следующий квест на нитку. Получаем рисовый хлеб. А потом нам нужно сделать белую шерсть. Ну, это проще простого. Получаем факела. Теперь нам нужно получить палки. Да, то есть блоком шерсти я уже могу ломать шерсть. Так. То есть... У меня ХП отнимается, и утомление набросилось даже. Медицинская повязка, мгновенное исцеление игрока, восстановит 2 сердца за короткое время. Ну-ка. Надо было использовать одну, скорее всего. Ну ладно. Так, кремень, погодите. То есть я... Палка, может? Да. Ну, кстати, тут... Тут у меня ХП не отнимается. Ну, что? А что меня ударило? Или... это из-за того, что прилив здоровья закончился. Так, кремниевый топор. Как он крафтится? Из двух палок и кремния. Теперь... Что? Так та хрень не потратилась. Теперь у нас есть топор. Получаем за этот тост. Ну и, собственно, верстак. Добываем... Доски. Хотя можно и это сломать, в принципе. Верстак. Скорее всего, крафтится он... Да, ванильный крафт. Сразу перед... Так, нет, не сразу. Квест засчитан. И теперь мы уже перекрафчиваем его в верстак из Тинкерс Констракта. Нет, и верстак из Крафтинг Стейшена. Просто он выглядит как Тинкерс Констракта, но он не Тинкерс Констракта. То есть нам нужно найти воду в стенах. Давайте, во-первых... Влепим верстак в пол и сделаем кирочку. Кремниевой нет, поэтому сделаем деревянную. Ага. Отменен крафт. Именно кирки. Именно кирки, да. Остальные инструменты можно сделать. Окей. А как тогда? Ладно, пока что давайте выполним этот квест. Так, Stater Base. Сундук, люк, палки, доски. То есть сейчас нам по факту нужно просто куча дерева. Так, создаем Stater Base, а это делается невероятно просто. Но оно и логично, у нас ресурсов-то толком нет, чтобы что-то сложное делать. Выполняем квест, получаем дубовые плиты. Далее нам нужно как раз в воде, скорее всего, поймать вот это вот все. По условному сюжету карты у нас была вода, но... О нет, вы играли в воде со своей резиновой уточкой и пролили всю ее на пол, а шерсть ее впитала. Тут не прям так написано вообще, но смысл тот же. Нам не нужно было искать воду. Ну, это многое объясняет. Нам дают воду. Ну, расположим эту воду... Расположим эту воду где-нибудь. Ставим, короче, Stater Base, да, вот эту фигню, и как-нибудь вот так разливаем воду. Надеюсь, оно будет работать. Или нет. Так, ну-ка, если я сюда поставлю. Он работает, все в порядке. Отлично. Так, дальше по квестам у нас... нужно подождать, короче. Оно ведь работает? Да? Или нет? Или да? Да, оно работает, все. Ну, тогда я пошел ждать. Собственно, вот все и на фарм. Выполняем квест, получаем еще один Stater Place и Efficiency метод.
Efficiency Meter говорит нам, что здесь хорошая эффективность. Так, дальше нам нужно создать два cobblestone и bundle of sticks. Полагаю, что bundle of sticks делается вот так. Угу. И создаем еще два камня. Это грай. Камень делается так, если пора. Или он в инвентаре делается. Нет, это грай. Погодите, а как сделать? Понятно. Вот только камушка-то не хватает. Нужно-то два. Значит, нужно еще подождать. Так, берем, создаем второй булыжник. Я также установил второй State Base. Собственно, выполняем квест, получаем 12 булыжников награду. Дальше нам нужно сделать Stone Hammer. Ну, полагаю, что делается он как-то так. Как-то вот так? Да, действительно. Получаем пиццу. И теперь, да, мы можем ломать этот андезит, а вот андезит уже не можем. Окей, значит, сломаем камушка. Теперь нам нужно сделать печь. Бейт-пот. Это побочный квест. Окей. Кстати, печку-то вообще... Хотя ладно, давайте пока что по основному квесту двигаться. А, окей, здесь рассказывается, что мы можем дуки передвигать. Ну, типа вот так. Только эти блоки не можем, а вот какой-нибудь верстак сундуки можем. Окей, теперь сито. Экстифлинт меш, а не обычный меш. Ну, давайте делаем для начала обычный меш. И улучшим его до флинтового меша. Итак, а теперь нам нужно еще дерево. Итак, собственно, вот и создаем обычное сито. Пихаем его куда-нибудь сюда. И теперь нам дают... А, это еще не все. Нам нужно также добыть 16 гравия. Это несложно. Наверняка здесь еще наловилось. Слушай, это сахарный тростник. Так. И берем и создаем еще гравий. Отлично, теперь выполняем квест. Награду получаем сундук и еще грай. Сундук сюда поставим. И все. То есть это конец первой главы. Ну как, у нас есть еще этот квест, но я думаю, как-то уже за кадром с ним разберусь. И теперь нам нужно... Да, нам формально открылось несколько глав, но по факту есть смысл только от... Вот второй. Потому что ветка с хранением всего это не сейчас уж точно. Итак, нам нужно, получается, просеять грай. Итак, собственно, напросеивал я все, что нужно, и нам дают еще одно. Сито и еще одно. Ну как? Типа сито и сетку для сита. Так, только. Да. Это. Скорее всего, потому что теперь мы можем. Сразу две порции как бы просеивать. Ну-ка, давайте это даже проверим. Создадим гравий и... Ну-ка. Да, оно действительно работает. В два раза быстрее. Отлично. Ну, можно еще поставить, но пока что я не буду этим заниматься. Угу. Так. Погодите. Не вот это. Нет, это какое-то улучшенное, скорее всего. Вот. Да, из кусочков железа. И как раз тут нам потребуется печка. Итак, собственно, я наплавил железо, во-первых, на железную кирку. Она не так делается. Окей, как делается железная кирка? Так, ладно, легче по-другому посмотреть. Она делает что? Что? Багет? Б...
ёбаный багет. Это... Окей. Так, что мы можем теперь выловить? Крошечный уголок? Ничего, давайте заменим. А, оно сюда... Теперь я понял, в чем смысл вот этого квеста. Теперь мы, собственно, берем и забираем вакуумную воронку с малым ящиком хранения. Поставим как-нибудь. Вот. Да, пожалуй, вот так. Только настроим ее, чтобы она выдавала наверх. Чтоб наверх это куда? Наверное, сюда. Да, только не input, а output. А, или оно... Это же буквально воронка. Ну-ка. Не? Ага, все нормально. Да, кстати, это маленький, если что. Собственно, переместим сюда все вот это вот. Так, только не нитки. Ну, теперь понятно, почему так мало было ресурсов. Потому что, блин, половина улетела просто сюда. Знаешь, что я за кадром это все перенесу куда-нибудь в другое место. А пока что? А пока что. Давайте сделаем... А, сделаем. Где мы найдем пшеницу? А, мы поняли этот квест, кстати. Что это может поймать? А, ну, буквально то же самое, просто оно прочнее. Ну, окей. Сделаем вот так, пусть ловится. Так, далее у нас по кустам, во-первых, Iron Mesh. Iron Mesh, скорее всего, делается... Окей, нужно меньше железа, чем я думал. Как вообще делается Heavy? А. Оно так просто делает. Я думал, здесь крафт изменен как-то, потому что, ну, в этой главе... А, оно уже открыто. Окей. Ну, давайте, короче, сделаем железную кирку, где бы найти этот самый дёрт. Это, конечно, хорошего. А, стоп. Она тут. Да, здесь, вот где земля ловится. Не, ну, можно и тут, но у нас нет никакой органики. Поэтому единственный вариант это просто подождать, пока эта земля выловится. Потом ее просеять и получим оксид. Окей, время опять ждать. Потом, скорее всего, ну, ладно, семена как добыть, а тут объясню. Итак, вот нафармилось 10 земли. Я думаю, с 4 оставляем на квест. Ну как, просто... Я погоди, я ведь могу их просеять. Они ведь уже зашли. Ну ладно, короче. Да, кстати, просеивать надо именно в обычной сетке. Не в флинтовой. Так, и оно... Там шанс 30%. Ну ё-моё, оно что, реально не выпадет? Так. Выпало. Окей, да просеиваем это. Один фиг вытащить, я это не могу. И, ну, кстати, да, я здесь все раскопал. То есть, ну, надо бы верстак переставить куда-нибудь. Куда-нибудь сюда. Сюда мы ставим землю. Забираем кремниевые ножницы и костную муку. Теперь семена. А, ну и кстати, вот и ответ, откуда семена получать, а не отсюда просто. Да. Просто просеивая землю их получу. Я не уверен, вырастет ли дерево при таких условиях. Ну, хотя, в принципе, если передвинуть вот это вот... И... А сюда кирка нужна. А, ну, молот. И этот тоже забираем. Так, перенесем это все куда-нибудь. Да. Куда-нибудь сюда. Так, вставляем вот так. И... Все настраиваем. Отлично. Собственно, кстати, да, здесь все-таки был лед в стене. Я пока не буду его ломать, потому что переместить его и сделать бесконечный источник мне никак нельзя сейчас. Не, ну я могу, конечно, сделать
ведро, но это фарм. Сейчас я фармить не хочу. Да, кстати, я еще нашел парочку угля. Блин. Окей, добываем его. И надо бы, кстати, сложить ресурсы обратно сюда. Кстати, канола еще. Давайте допросеиваем уже эту землю. Вряд ли выпадет семена. Да, они не выпали. Да, ну тут тем временем еще одна земля. Выросло. Здесь как выросло, боже, что я несу. Ну, кстати, вот эта штука, это очень такая неплохая фармилка угля. Ну, пока что тогда я буду продолжать ждать и просеивать всю землю. Итак, я выфармил семена пшеницы. Дерево так и не выросло. Ну и фиг с ним. Нужна тяпка. Здесь ее крафта не вырезали? Нет. Так, спахиваем землю, садим и получается используем нашу костную муку. А, так несколько сразу выпадает. О, как. Ладно. Делаем миску. И все это смешиваем. Получаем тесто. Тесто пусть сразу кузов пережаривается. Это очень удобно, кстати. Вот где мое... Нет, кстати, я мог сделать ведро, но лучше уж кирочка, чем ведро. Так, кстати, надо будет еще выфармить семена риса. И я получу семена травы. Ага. Так, ладно. Делаем железную кирку. И теперь мы можем ломать алюминий, но не диорит. Чуть-чуть совсем расширяем. Тут факела. То есть, в принципе, я могу еще вниз опустить все. Не вижу в этом смысла пока что. Когда за кадрами тут все подровняю. А что у нас дальше вообще? А, во-первых, уровни нам дают. А, тут куча всего. О, бонсай. Кстати, я знаю, что я говорил, что мы на железной кирке закончим, но керамика. А, именно таких цветов. То есть не каких-то разных. А именно такие. Коричневые, которые из песка. 7 про... Ё-моё, 7%. Голубая. Реально, где голубой достану? А, синий-белый. Отлично. Стоп, отлично. Где я достану? Блин. Не, ботаник. Хотя эта идея, что типа из ботании все сделать. В принципе. То есть из цветочков ботании. Если нам семена травы в этом круге. Вот. Тут дадут. Наделать земли. В принципе, да, это можно. Ну, кстати, кристалл рост. Ну-ка, как он делается? Кристалл рост. Самый первый. Кусочек изумруда, морской фонарь, блок сжатых костей. Понятно. Кстати, тут я не смогу сделать мобоферму. Просто потому что, ну, я нахожусь. Даже если я что-то сделаю, я буду находиться слишком близко, чтобы мобы спавнить. Поэтому. Не, ну может это, конечно, здесь изменено, но. Но что-то я сомневаюсь. А, это что пока? А. Я понял, что он нас хотят, типа, чтобы мы это сбор отсюда автоматизировали в этот малый ящик хранения. Давайте, кстати, сделаем реально. И вот теперь отсюда все перетекает. Давайте сразу просеем землю. И все 5 штук. Само собой. То есть одна всегда будет запасен.
просеиваем в надежде на семена риса. Семена риса не получены. Да, сюда тоже ничего не улетело. Ну что ж, ладно. Песок еще можно просеять. Вы, ну, кстати, ладно, окей, песок можно просеять, что что тут 11. А, это я еще подобрал, получается. Ну, так, где надо просеивать? В каком сити? Это железно? Это железно. То есть, блин, железно еще надо. А если вы будете здесь первые, можете подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Всем пока!